Дорогие друзья, сегодня мы не только вручаем ордена и медали, но и присваиваем почетное звание «Народный врач Беларуси». Им стал профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета Игорь Карпов. И сейчас, во время эпидемии коронавируса, именно он возглавил работу по оказанию помощи пациентам, непосредственно ездил по регионам, занимаясь самыми тяжелыми случаями, консультировал, помогал. Это яркий и достойнейший пример настоящего народного врача Беларуси. Многоуважаемый Александр Григорьевич, глубокоуважаемые собравшиеся, дорогие коллеги, мне хочется сказать, что особенно для людей нашего поколения слово «народный», наверное, является высшей формой поощрения. Это замечательный термин, с которым наше поколение прожило, собственно говоря, всю нашу трудовую жизнь. Мне еще хочется сегодня сказать, что, наверное, то, что я вот сейчас стою здесь, это лестное для меня стечение обстоятельств. А вот то, что наша медицина оказалась профессиональной, мужественной и подготовленной к трудному моменту, то, что оказывалась помощь на всех уровнях, и она дошла до всех регионов Республики Беларусь, свидетельствует о том, что это действительно народная медицина, и что вы, уважаемые собравшиеся, являетесь настоящими народными медиками. За это вам огромное-огромное спасибо.